кто не видел, показать, как комната чистится, ковер и разные пылинки отовсюду. Ну-ка, откуда-то песок сыпется. То ли старых, то ли молодых. И мы раз в неделю вот такую метлу берем, и она ковер-то, видишь, он как стоит, на ковре-то все тут сколько. Ковер не можем вытащить на улицу хлопать. А как здесь? Я его щеткой пробовал, с водой сбрызгивал. Никак. Теперь додумался, вот это вот твердое, и мы выметаем, смотри, сколько есть. Сейчас вам покажу. Один раз в неделю. Остальное время самые пылинки, буквально самые маленькие что-то есть. Все время руками собираю и братья это делают. Вот начинаем. Пули опрокинули, там пулышки хлопают. И мы сейчас один раз. А тут здорово. Видно, что ягодичный. Все стулья тут, видишь, как ногами стоят. Мои, конечно, так. О, кошка тут у меня. Пылесос. Давай. Здесь надо тоже поднести. Молодец. Игнатий Тихонович! На улицу мы не можем выносить тебя. Пылесос как называется? А? Пылесос как называется у вас? Ну вот пока. Пылесоса нету. Вот. Мы это выгребаем отсюда. Все это. По крайней мере, тут уже чисто. Кошка не мешает маленько. Сколько грязи-то. Никита там. Дальше в чашку наливаю воды. Так это наоборот, иммунитет, братья. Вот это. Бумага, это затираю, пыль. От этого мы не болеем. Да, тут все микробы помирают. Помирает себе. Посмотри, сколько наоборот. Ведро то ведро, которое на улицу мусор. То ведро. Смотри. Синее. Что, принести сюда, что ли? Ну да. Заместитель, чтоб оттуда. Вот покажи, сколько набралось за неделю. Откуда это? В неделю. Ну, что-то такое есть. Сколько людей бывает в неделю, в месяц? Где это? Знаете, как таким силам. Смотри, как. Маленький ковер. А какой ковер тут? Ступи сюда. Я сейчас даже скажу тут. Ну, 2 метра, 2,30. Ну и так. Что-то завелось. 1,5 метра. Вот. И никак ковер мы не вытащим. А охота, чтобы чисто было. Дальше как делать? Сейчас я покажу, как обходимся без всего без этого. Вот здесь вот. Так, нет. Все пока. Дай-ка одно перышко. Вот здесь вот крылышко. Все. Это вот у меня голубиное перо. Крылышки. Вот сейчас отсюда заметаю. Показать, как мы умеем жить в бедности. Красиво и интересно. Вот оно где. Вот это основное здесь забираем. О! Ну а теперь с этой надо здесь убрать уже все. Так, давай. Посмотри как. Ну-ка дай сюда этот совок. Совок. Маленечко отодвинь-ка ведро. Я один раз покажу, как мы делаем это. Подсветку не слышу. Главное, это убрать мусор. О! А теперь здесь везде. Ты убрал, Никита? Да. Ну, сейчас я покажу, как дальше это делается. Это не все. Еще. Дальше вот что делаем. О. Покажу я сейчас. Беру кошачью чашку. Так, братья. Это как понимать? Я же все время говорил, кошки-то, у кошек-то нету. Ну все, стоишь, ты никогда не посмотришь, чужой или что. Вот я все время смотрю и вам наказываю. Вот я чашку налил. А теперь у меня газеты нарезанные. Сейчас я газетами буду затирать. Он там еще осталось. Тут осталось, он смотрит, что это такое.
там крылышком лучше, а этот веником никак. Вот, видишь, я с двух сторон мочу бумагу эту. Совок нужен. А теперь этой бумагой вот так вот все затираю. Пыль. Где он? Во. Вот сколько еще набирается. Во. Как можно шире ее. Бумажку не скручиваю, а вот так вот. Влажной бумагой стираю. Уже под... чувствуется, что чисто. Опа. И то сделал. Это туда вот выкидываю. Этот ролик к тому деревьев скинь теперь. Все порядок на деле, да? Конечно. Увидит, как на порядок на улице. Так, Никита, за чашку ты отвечаешь. Без еды-то. Без еды останешься, если еще хоть раз воды там не будет. Еще стоит заглянуть, там секунда буквально. Нет? Я даю им работу. Когда сам все делаешь, начинают упрекать. Вы все делаете, вас не будет, никто ничего будет делать. Так. Вот смотри теперь. Я бумажки махаю. А сколько воды-то? Вот там, где воды нету, вот это вот надо просто смотреть как. Теперь я это протираю. Вот она. Здесь грязь. Я все сейчас затру и одним стаканом пол помою. Вот она уже совершенно ничего нету. А то потратил сколько? Да нисколько. Во. А ты там подбирай, как я буду выкидывать. Так. Это сейчас отложу. И рукомойки добавь мне вот сюда воды маленько. Кружку принеси, кружкой там почерпни. Если пыль какая есть, она вся здесь слипнется. Во! Далее. Не все удвое. Еще. Хорош. Поставь там, пусть стоит. Вот люди, когда жалуются, воды нету, там то другое. А я за экономию воды. Это ценнейший минерал. Вот. Я сегодня... решил это сделать, там подберешь. Вот теперь здесь протереть пол, потому что тут пыль была. Смотри сколько. Да по ней видать даже, сколько на ней грязи. Но я сейчас один раз пройдусь. О, сколько. На, оба бери. Теперь заново. Протираю уже на чистую. Это мы так делаем каждую неделю почти. Чисто. Так. Тут надо вот эту похлопай маленько кошачью. Где-нибудь в углу там. Вот. Вода. Тепленькая. Кошки лазят, оттуда землю маленько вытаскивают. Ну, надо вот выбрать здесь. Я ковер поднимаю и под ковер. Подковерная работа. Подковерная. Откуда оно слово-то происходит? Наверное, из этого. Так, вот она пошла. Пошла по своим кошачьим делам. У нас кошки вообще чудо какие. Берешь, тащишь, она лапу опустит и не корябает никогда ничего. Так, уходи. Вот теперь смотри, здесь я все выбираю. Вот сколько ее черноты. А сколько воды потратил? Ну, можно уже по большому счету сказать, стакан. Так, убирай все отсюда, вон туда. Так, давай-ка тряпочку. Это кошачью закрыть. А то она у нас несколько слоев, тут сколько? 4-8 слоев. И мы вот так закрываем. Оттуда сильно сифонит, дует холодный воздух. А кошки берут сами, открывают, залазят, и она падает, и все. Так, маленько, дай-ка сюда. Это у меня под это, под стулом. Это я сижу на ней, вот на этой вот.
И вот мой стул какой, кто не видел, там изнутри, посмотри, как я его выброшил из стул, нашел на свалке. Вот как сбил его, стянул, где-то что-то шили. И вот на шатком своем табурете, как в кресле. Стихотворение у меня говорит. О, теперь мы это стелим. Все. Так, уходи оттуда. Друзья, на самом деле, земля осталась. Не сортируешь. Пришли под боком, как мне подъехали, вдвоем. Как раз там выбросили всякие шкафы, мебель такой, да? Во, вот смотри. Городские небогатые. Мы такие раз выходим, а на столе 220. Но натаскиваем туда. Но со стороны кто-то в окно, наверное. Смотри, думаю, не сейчас тебе, бомжи, я сейчас. Этот как рублёк. Во. Сифон и борода. Смотри, сколько грязи. А там под шкафом я залажу. У него когда щетина, у меня борода уже была немножко. Он и борода. Ну так стул для нас вот задавил. Тут половик-то надо это выхлопать надо. Идет да. На шестую. Так, Никита, на там прошоркой под ковром подними. Смочи вот так две и протри. Все, уйду, а я тут протру. Я выпрошу прошорк, я тебе, если так хочешь. Вот. Так. Кто-то стучит батюшка. Батюшка, вы? Вот у печки как, смотри. А, это, Севастьян. Так, дайте ему валенки. Мир дома сему. С миром, блин. Так, тут все это сделаете. Так, выйди сюда, Володя. Любит нагретыми ногами. Радуйся, пройдешь сюда. Слышь, потом чашку промоешь, нальешь, дашь курю этим кошкам. Отсюда да. Отодвинуть там. А вот это? Я сейчас, у меня дело. Можно ложить? Да-да, клади, клади. Это специально у меня приглашенный наш брат, юрист. Высокого класса, как считаем. Проверить документ, на меня скинули документ. И дальше проверить уже по ресурсам судебным, действительно ли соответствует действительности. Вот у нас кошка тут прыгнула, одна другую разогнала, и она вскочила на ту плиту. Так, встаньте, уйди отсюда. Закрыл. Совсем. И она лапу обожгла, рыжая сколько, не могла не ходить. Золотом, говорится. Теперь мы ставим сюда две плиты. Железо. Ну, оцинковка. Вот так. И она прыгнула одна за другой. Она бы не прыгнула, но она ее разогнала. Но сейчас хлеб здесь сушим. Вот все уже хорошо подсыхает. А теперь вот еще что. Вторая. И кошка прыгнет, когда печка топится, не может. Все. Закрыто. Но она уже остыла маленько. Я показать хочу. Хотел посмотреть. Все. Тут протрете тщательно там под этим, под трубой все выбрать. Так, чтобы, ну, у меня на этом все. Там они сами сделают. Заканчивай. Да.